Thank you.
Николай II – это последний русский царь, эпоха которого окутана тайнами и мифами. Казалось бы, зачем нам сейчас, в 21 веке, вообще касаться того далекого времени? Но смысл есть. Дело в том, что Николай II – это часть нашей истории и, быть может, самая искаженная. Многочисленные мифы и фальсификации о нем и его времени, созданные в советские годы и тиражируемые до сих пор – это пример элементарного неуважения к истории собственной страны. Это проблема, которую надо решать. Настоящему патриоту должно быть важно, чем действительно жила наша страна, как она развивалась, а не подгонять факты под политические теории. Поэтому обратимся к эпохе Николая II на основании исторических фактов, на основании проверяемых данных. Только так мы сможем честно ответить на вопрос, кем был Николай II для нашей страны. Руководством императора Николая II Россия достигает успехов в области индустриализации, электрификации, развития передовых технологий. В 1916 году Россия входит в четверку мировых промышленных лидеров по объемам производимой продукции вместе с США, Германией, Англией и занимает первое место в мире по темпам промышленного и экономического развития. Начинается освоение высокотехнологичных отраслей, электротехнической и радиотехнической промышленности. Рождается отечественное автомобилестроение. В советское время темпы развития ключевых отраслей промышленности уступают дореволюционным. Именно эпоха Николая II является временем промышленных рекордов. Николай II – это индустриальная слава России. Николай II – это мощь отечественного военно-промышленного комплекса. В 1913 году Россия занимает первое место в мире по объему военного бюджета, что способствует укреплению нашей страны как великой военной державы. Именно будучи империей, под руководством Николая II Россия создает авиацию, налаживает серийное производство подводных лодок, автоматического стрелкового оружия, первой отечественной бронетехники. Николай II – это рекорды развития отечественной транспортной системы. Под его руководством строится свыше 40 тысяч километров железных дорог, что превышает протяженность планеты по экватору. Устанавливаются рекорды объемов железнодорожного строительства. Дороги строятся по всей империи, от южных пустынь до крайнего севера, давая импульс развития даже самым удаленным регионам страны. Николай II – это бесплатное и доступное образование и медицина. Под его руководством в России была запущена программа всеобщего обучения. Строятся десятки тысяч школ, готовятся десятки тысяч преподавательских кадров. Всего по школам всех типов наблюдается более чем трехкратный рост числа учеников. Революция приводит к разрухе. Практически на десятилетие замирает прирост школьной сети. Критически замедляется прирост числа учеников. То же самое наблюдается и в сфере развития здравоохранения. Революция приводит к разрухе, между тем до революции наблюдается реальное развитие. Строятся тысячи больниц, готовятся тысячи медицинских кадров, которые позже будут работать в том числе и в Советском Союзе. Николай II – это первая масштабная электрификация России. В 1913 году Россия входит в четверку мировых лидеров электроэнергетики. Начинается электрификация города и деревни. В советское время родоначальником отечественной электрификации пытались объявить первого пролетарского вождя. Но за этими пропагандистскими лозунгами не стоит ничего, кроме лжи. Ведь в 1924 году, последнем году жизни Ленина, объемы выработки электроэнергии существенно уступают дореволюционным. И это даже на основании данных официальных советских статистических документов. Именно Николай II является родоначальником отечественной массовой электрификации. Николай II – это взлет строительной промышленности. Рекордными темпами растет производство строительных материалов. Впервые в истории России осваивается городская высотная застройка. Меняется облик городов. Развивается городское благоустройство и современный общественный транспорт. На улицах городов появляются трамваи, такси и автобусы. Николай II – это первый воин империи. Это защитник русской земли в непростую эпоху.
его годы начинается один из крупнейших военных конфликтов в истории человечества – Первая мировая война. У этой войны долгая предыстория, но важен факт. 1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Мы ни на кого не нападали, напали на нас. Именно поэтому в источниках того времени эта война упоминается как Отечество. Под руководством последнего русского царя Россия успешно держит оборону в этой войне. Нам принадлежит самый низкий коэффициент потерь на 1000 мобилизованных солдат. Русская армия обладает отличной живучестью и современным вооружением. Были, конечно, и проблемы, например, снарядный кризис 1915 года, но проблемы успешно решались. Ведь снарядный кризис был преодолен уже в 1916 году. Русская армия проводит ряд победоносных операций, например, Луцкий прорыв, Эрзурумская и Трапезунские операции, Битлийское сражение. К 1917 году Россия обладает перевесом в живой силе и вооружениях по всей линии соприкосновения с врагом. На 1917 год планируется финальное наступление по всем фронтам, успех которого был сорван лишь революцией. На фоне дореволюционных успехов возникает вопрос, как могла случиться революция, если страна так стремительно развивалась, если мы одерживали военные победы, если рос уровень жизни. Но история мировых революций показывает, что ключевую роль в них играют не проблемы с уровнем жизни, не экономические и не промышленные проблемы, а проблемы идеологические. Именно они и наблюдаются в 1917 году. Наблюдается тотальное увлечение западничеством. Все популярнее и обсуждаемее становится мысль о том, что Россия, построенная на либеральных принципах, добьется большего и на фронте, и в тылу. В погоне за этой либеральной иллюзией собственные достижения уже не воспринимаются или воспринимаются как недостаточные. Это и дает почву для работы провокаторов и западных спецслужб. Именно поэтому, когда восстал заведенный подрывными элементами Петроград, приказы на силовое подавление восстания не были выполнены. Армия переходит на сторону революции. Николай II, подобно Юлию Цезарю, был свержен собственным окружением. Существуют мифы о добровольном характере передачи императором власти, об отречении как о бегстве от власти. Но эти мифы не выдерживают критики. Ведь узнав о восстании, Николай II направляет десятки тысяч солдат с фронта на его подавление. Приказ не выполняется лишь в силу измены, ведь армия переходит на сторону революции. Николая II свергают собственные генералы. То есть важен даже не столько факт отсутствия манифеста об отречении, хотя это и колоритно, но в первую очередь важен исторический контекст, который показывает насильственный характер свержения, который показывает, что ни на кого нельзя было опереться. Народ хотел революции, и он ее получил. Ко 2 марта 1917 года Николай II был свержен, и ни один из значимых общественных институтов не поддержал законную власть. Страна полетела в бездну. Преступный февраль открыл дорогу красному от крови октябрю. Начинается гражданская война, разруха, голод. Но несмотря на все бедствия, страна не погибла. Она лишь погрузилась в эпоху смут. Сегодня на фоне тумана этих смут фигура Николая II – это маяк, который показывает историческую Россию. Страну высоких ценностей и высоких технологий. Страну, где одновременно создается авиация и строятся храмы. Страну, где рекордными темпами идет основание новых промышленных предприятий и монастырей. Николай II – символ русской цивилизации. Современной, прогрессивной, но в то же время несущей высшие ценности, веры, добра и справедливости. Непобедимой цивилизации. Ведь дело революционеров с годами бесславно гибнет. А Россия, которой служил Николай II, продолжит жить. У нашей страны уникальная история. Мы выживали даже там и тогда, когда это казалось уже невозможным. На нас нападали из Запада и с Востока. Нас одолевал и внутренний, и внешний враг. Но чем труднее были испытания, тем более мы укреплялись. Чем сильнее был враг, тем крепче становились и мы. Чем чернее была ночь, тем ярче потом светили лучи возрождения. Но для побед нам нужна опора на наш исторический фундамент. Опора на те ценности, которые лежат в основе русской цивилизации. Николай II – символ этой цивилизации. Николай II – это символ исторической России.
В царской семье, как в многогранном алмазе, отобразилась вековая история миллионов семей России. Семья – это то, что связывает нас с нашими предками и потомками. Семейные традиции, семейные предания делают из отдельных людей великий народ. Давно замечено, чем крепче семья, тем крепче государство. В советское время семью называли первой ячейкой социалистического общества. Этим выражением пытались прикрыть сакральный и главный смысл семьи. Смысл, который вложил в нее сам Творец Вселенной. Император Николай II и императрица Александра Федоровна стали мужем и женой в то время, когда семейные ценности обладали еще непререкаемым авторитетом во всем мире. Особенно это касалось русской семьи. Русские традиции семейные, они формировались в лоне православия. Это вот русская патриархальная семья, да? Это уважение, почитание старших, это, естественно, религиозность, то есть православная. Это, так сказать, любовь к Богу, это трудолюбие, послушание, ну и так далее. Весь кодекс морально-этических норм, который на русскую землю пришло вот вместе с святым Владимиром, значит, после крещения, еще в X веке. Этот кодекс этических норм делал возможным существование в России гармоничного семейного уклада. Сегодня историки признают, что русская семья имела кардинальное отличие от западноевропейской и восточной. Император Николай II, так же как и его предки, воспитывался в вековых семейных традициях. Воспитание было направлено на развитие в нем мужских качеств – самоотверженности, благородства, ответственности. Ведь речь шла не только о главе семьи, но и о главе государства. Но эти лидерские качества могли быть разными, поэтому не существовало какой-то однотипной схемы воспитания царских детей. Но как бы ни отличалось воспитание одного будущего государя от другого, в нем воспитывались безраздельная любовь к России и абсолютная ответственность за судьбу своих подданных. Россию по праву можно было считать большой семьей. Это распространялось как на сами семьи, так и на все народы, входившие в Российскую империю. В отличие от Запада, эти народы никто не считал за туземцев. К ним относились именно как к членам большой семьи. В народном восприятии Россия-матушка неразрывно сочеталась с царем-батюшкой. Вокруг отца большой семьи объединялись отцы семей малых. Именно воспитание из мальчика настоящего мужчины, лидера, творца, организатора сыграло решающую роль в создании великой российской державы от Балтики до Дальнего Востока. Но не только мужским лидерством держалась русская семья и российское государство. Особую, очень важную роль играла в России женщина. Она и хранительница очага, и воспитательница детей, и, главное, помощница и утешительница мужа. Наследник русского престола Николай Александрович и принцесса Гессенская Алиса Виктория познакомились в ранней юности. Принцессе Алисе было 12 лет, а цесаревичу Николаю – 16. И через четверть века Николай Александрович и Александра Федоровна любили себя так же трепетно и нежно, как и во времена своей далекой юности, когда он был еще молодой офицер, а она была гессенская принцесса. Во время Первой мировой войны Николаю II и Александре Федоровне приходилось часто расставаться. В 1915 году государь принял на себя верховное командование и подолгу бывал в Ставке. К этому моменту царь и царица были уже 21 год в браке. Император Николай II писал императрице Александре Федоровне: «Спасибо за всю твою любовь. Право, не знаю, как бы я выдержал все это, если Богу не было бы угодно дать мне в жены и друзья тебя». Государыня ему отвечала: «Мой любимый, трудно быть более счастливыми, чем мы были. Это и дало нам силу перенести много горестей». Поразительно, но именно чистота этих чувств вызывала неприятие у многих представителей российского общества начала 20 века. В ход шла откровенная ложь. До сих пор в среде некоторых людей продолжают смаковать отношения наследника престола Николая Александровича и балерины Матильды Кшесинской. Ну, здесь во всей этой истории, связанной с Кшесинской, интересует
Пошляков от истории интересует только одна тема. Извините за выражение, жили они или не жили? Вот я могу сказать, не жили. Особенно клевета касалась императрицы. Эта клевета шла не из революционного подполья, а из великосветских салонов. До сих пор существуют лживые мифы об отношениях государыни и Григория Распутина. И Распутин действительно несколько раз спасал наследника престола, цесаревича Алексея, от приступов, от смертельных приступов гемофилии. Два случая точно документируются. И мать, верующая в Бога, а для верующего человека чудо – это естественно и желанно, а она была верующая. И любая мать, когда приходил этот старец, как она его воспринимала, творил молитву, и малыш оживал. Любая мать узрела бы в этом, православ, узрела в этом феномен чуда. Что касается вторжения в политику Распутина, это мифы. Мифы. Лживые мифы. О России, о ее царях, о ее народе. Откуда берутся они? И в чем причина их живучести? Есть мифы, которые изначально рождены недобросовестными иностранными наблюдателями, скажем так. Есть мифы, которые появились случайно, ну, чуть ли не из недр нашей классической сострадательной литературы. Есть мифы, придуманные так называемыми либералами. Но беда наша в том, что мы склонны верить всему плохому. Мы действительно склонны верить всем тем лживым мифам, которые зачастую придуманы нашими врагами и внедрены в наше сознание. Мы верим, например, что в России испокон веков пили, что водка – национальный русский продукт. У нас принято считать этот миф безобидным, даже забавным. На самом деле, этот безобидный миф стал причиной огромной народной беды. Глупо отрицать то, что сегодня ситуация с пьянством в стране катастрофическая. Но при этом мы должны очень четко понимать, что в историческом разрезе Россия совершенно не является исконно пьющей страной. Князь Владимир не выбирал христианство, потому что весели на Руси есть пяти, и нельзя без этого бити. Это исторический анекдот, не более того. Менделеев не изобретал водку, не имеет к этому вообще никакого отношения. Ее привезли к нам из Европы. Она появилась при дворе московского государя как фармацевтическое средство где-то примерно в 15 веке. Лет 100 приживалось. Именно в царствовании императора Николая II российское государство сделало огромный шаг вперед по искоренению этого зла. В России дети всегда были полноправными членами семьи. К ним относились как к самостоятельным личностям. У них были свои обязанности по дому, по семье. В семье императора Николая II и императрицы Александры Федоровны было 5 детей. Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и сын, цесаревич Алексей. Вот что писала императрица Александра Федоровна своей старшей дочери Ольге. «Учись делать других счастливыми, думая о себе в последнюю очередь. Прежде всего, научись любить Бога всеми силами души». Царские дети никогда не сидели без дела. Совсем маленькие они уже шили, рукодельничали, рисовали. Потом, став постарше, ежедневно учились. Во время Первой мировой войны великие княжны вместе с императрицей Александрой Федоровной приняли на себя тяжкий труд сестер милосердия. Наследник постоянно выезжал вместе с отцом в действующую армию. Николай II и Александра Федоровна внушали своим детям, что царское происхождение обязывает их быть сдержанными и великодушными, внимательными и сердечными. Николай II говорил: «Чем выше положение человека в обществе, тем больше он должен помогать другим, никогда не напоминая им о своем положении. Такими должны быть и мои дети». Стараниями императора Николая II и императрицы Александры Федоровны в России получил широкую поддержку праздник белого цветка. Во время этого праздника устраивались благотворительные базары. Весь доход от них шел в пользу больных детей и детей-сирот.
В этих праздниках принимала активное участие вся царская семья. Давайте вглядимся в эти ушедшие образы русских детей вековой давности. Среди них выделяется фотография одного мальчика. Это наследник Всероссийского престола цесаревич Алексей. Всеобщий любимец царской семьи, надежда всей России. Этого больного ребенка убьют вместе с его родителями и сестрами 17 июля 1918 года в Ипатьевском доме Екатеринбурга. Там, в доме Ипатьева, вся царская семья явила невиданную твердость духа. Убивая царевича Алексея, которому не было и 14 лет, большевики хотели убить будущее России. Убивая царскую семью, хотели уничтожить вообще семью в России. В чем трагедия 20 века, с моей точки зрения, что большевики вторглись даже в этот последний заповедный предел. И России угрожает не иностранное вторжение, а распад изнутри, потому что ценности духовные, ценности семейные, они передаются забвению. И вот здесь как раз вот я вижу для современности очень большую угрозу, и, может быть, самую большую угрозу из ныне существующих. Это вот распад патриархальной русской семьи, олицетворением которой вот была как раз царская семья. И к нам как-то попала каким-то странным образом их маленькая иконочка такая, черно-белая. Когда у нас появляются дети, думаю, что они рождаются для Царства Небесного. И вот как раз царская семья – это такая семья, которая смогла действительно дать своим детям возможность войти в Царство Небесное. Всем. И стать святыми, более того. Все, что дано нам, то Богом дано. Это в морозном рисунке окно. Берег Москва-реки, сосны в снегу. Дивная даль на другом берегу. Ты мне дана, чтобы учиться любить. Я тебе дан, чтобы верным быть. Чтобы вести за собой к небесам детские души, поручены нам. Вот мы все вместе идем по реке. Малые дети в Господней руке. Все мы стоим перед вечностью здесь. Господи, как хорошо, что ты есть. Сегодня мы мучительно ищем выход из экономических и социальных проблем современности. Мы боимся финансового кризиса, роста цен, потери работы. Но все больше людей начинают понимать, что погоня за наживой не может заменить человеку самого главного – искренней и бескорыстной любви. Ничто не может заменить человеку осознание того, что у тебя есть дом, где тебя любят и ждут. Того радостного чувства, когда домой хочется. Этому малышу нет еще и года. Сейчас он делает свои первые шаги в жизни. Что ждет его впереди? Мы не знаем. Но очень надеемся, что он сможет разгадать эту тайну, которой посвящен наш фильм. Тайну быть счастливым. В небе Христос, царь на земле. Так повелось в Святой Руси, Божий закон ей славу принес, царь в голове, в сердце Христос. Выбрал Господь русский народ, образ Христов он миру несет. Выбрали мы такую судьбу, верность Христу, верность царю.
без царя русским нельзя, кто без царя, тот без Христа. Не сокрушит враг русский дом, только с Христом, только с царем. Не сокрушит враг русский дом, только с Христом, только с царем. Целуя крест на верность Христу, клятву святую мы дали царю. Неразделимы отныне в веках, царь и Христос в русских сердцах. Тысячу лет вместе с царем в небо шла Русь вслед за Христом. Много грехов на крестном пути ради царя Христос ей простил. А без царя русским нельзя, кто без царя, тот без Христа. Не сокрушит враг русский дом, только с Христом, только с царем. Не сокрушит враг русский дом, только с Христом, только с царем. Сила креста, меч на врагов, царь на Руси, образ Христов. С верой такой смерть не страшна, жизнь за Христа, жизнь за царя. Крови и слез море прошла, святая Русь с верой в Христа. Клятве верна предков, как старь, знаменем был ей русский царь. А без царя русским нельзя, кто без царя, тот без Христа. Не сокрушит враг русский дом, только с Христом, только с царем. Не сокрушит враг русский дом, только с Христом, только с царем. Но уклонился народ ко греху, веру святую оставил свою. А без Христа и без царя только в ад дорога одна. Кровью святой вымощен путь, славы отцов достоин будь. В небо стремись русским путем, лишь за Христом, лишь за царем. Ведь без царя русским нельзя, кто без царя, тот без Христа. Бог воскресит наш русский дом, только с Христом, только с царем. Бог воскресит наш русский дом, только с Христом, только с царем.